Сегодня мир отмечает День сердца. Наш регион также не остается в стороне. К празднику во всех районах проходит ряд тематических мероприятий. Ну а врачи еще раз напоминают, благодаря нацпроекту здравоохранения в области действует программа льготного обеспечения бесплатными лекарствами тех, кто перенес инфаркт. В течение 2 лет после операции или постановки диагноза о болезни сердечно-сосудистой системы пациент может получать все необходимые медикаменты. Мы в ежедневном режиме мониторируем таких пациентов при выписке из стационара и приглашаем в дальнейшем к терапевту или к врачу общей практики для выписки данных лекарственных препаратов. В настоящее время, с начала года по сегодняшний день, в нашей поликлинике состоит около 176 человек. За этот период выписано около 1500 рецептов на общую сумму 839 тысяч. В списке 23 наименования. Это вполне позволяет проводить качественное лечение и не покупать дополнительные препараты. В прошлом году, 21 октября, у меня была операция, радиочастотная амбуляция. Вот. По приезду в Ульяновск мне терапевт сказал, что есть проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это очень удобно, потому что здесь у терапевта я получаю рецепты, здесь же в аптеке получаю препараты, которые позволяют мне лечить мое сердце. Отпуск препаратов осуществляют во всех 38 государственных аптеках. Это отечественные и зарубежные лекарства. В настоящее время Министерство здравоохранения России рассматривает вопрос увеличения перечня препаратов до 31 наименования.